Почему кошки дерут обои? Кошки дерут обои не специально и уж точно не делают это из вредности, как убеждены негативно настроенные к их заведению личности. Прежде всего, винить стоит животный инстинкт – точить свои когти как инструмент для охоты и добычи пропитания. Но одним этим инстинктом дело не ограничивается. Существуют другие причины такого поведения домашних любимцев. К примеру, кошки могут драть обои, потому что, первое, у них отшелушивается верхний слой когтей, и они просто вынуждены его счищать. Второе, они пытаются пометить свою территорию как визуально, оставляя следы когтей, так и с помощью феромонов, которые выделяются подушечками лап у всех кошек. И третье, они не воспитаны, но в том смысле, что могли быть отняты котятами от мамы очень рано и не успели перенять от нее какие-то элементарные правила поведения. В естественной среде кошки сделали бы все свои дела на стволах деревьев, но за неимением в квартирах и домах таковых они вынуждены использовать подручные средства, коими обычно и оказываются обои или мебель. Так что винить кошек нельзя, точить когти – это их потребность. Как отучить кошку драть обои? Сразу стоит сказать, что полностью отучить кошку драть обои и другие вещи все равно не получится, да и делать это ни к чему. Но сберечь домашнее имущество вполне возможно. Достаточно всего лишь переключить внимание кошек на что-то другое, а вернее на предметы, которые драть не только можно, но и нужно, потому что они для этого и предназначены. Речь идет о когтеточках, которые можно приобрести в любом зоомагазине или при желании изготовить самостоятельно. Но мало поставить в доме когтеточку, нужно еще, чтобы питомец ею заинтересовался. А все те, кто имеет хоть малейший опыт общения с кошками, не понаслышке знают об их своенравности. Стоит сыграть на любопытстве семейства кошачьих. Нужно ставить когтеточку в излюбленные места кошки в доме. Если таких мест несколько, можно даже приобрести сразу несколько когтеточек и расставить их по комнатам. Выбирать когтеточку стоит, ориентируясь на предпочтения любимца. Если он преимущественно обдирал какие-то конкретные обои, то и когтеточка должна быть сделана из похожего на них материала. Если драл диван, выбор, соответственно, очевиден. В противном случае когтеточка может оставить кошку совершенно равнодушной. А если когтеточку натереть кошачьей мятой, она будет особенно привлекательной для питомца. Хотя, как правило, в зоомагазинах когтеточки продаются уже пропитанными специальными составами, которые очень нравятся кошкам и заставляют их присмотреться к этому устройству повнимательнее. Но если ничего не помогает и порча мебели в доме продолжается, есть и другие способы того, как отучить кошку рвать обои, заключающиеся в устранении источников проблемы когтей. Это антицарапки – специальные колпачки, которые крепятся к кошачьему когтю на безвредный клей. Антицарапки не доставляют кошкам неудобств, они не мешают ходить, не препятствуют втягиванию когтей, не причиняют болезненных ощущений. Спустя какое-то время они сами отходят вместе с ороговевшим слоем, так что беспокоиться об их удалении не нужно. Самое главное, как отучить кошку драть обои, это терпение и спокойствие ее хозяев. Понравилось видео? Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новинки. До новых встреч, всем пока!